Так ну что, да, как надо пальцем раскорячку или как там? Ну это, короче, начинаем анбоксинг. Ну, во-первых, в строках нашего письма, конечно, нужно, чтобы анбоксинг человек был очень такой, это, сильный. Это же вам не какую-то там, блин, хреновенькую посылочку с Алиэкспресса анбокс. Тут понты, понты нужны. И вообще, как сказал этот Нострадаму, значит, когда он писал этому Конфуцию, значит, а Ванда записала, значит, ты можешь человеком и не быть, но ножик ты приличный иметь обязан. И только вот крутые пацаны, у которых крутые, мощные, острые ножи такие, они там какие-то херовенькие, это самое, блин, разделывают, раскрывают, там разрезают. Это все понты, пацаны. Настоящий мужчина, блин, должен иметь хреновый, но крупный ножик и все. Чтобы он хоть что-то терзал там и рвал, и это самое. Блин, если бы настоящий мужчина еще мозги бы имел, чтобы знать, как этот лист фанеры сбросить. От дождя накрывал. Потому что приоритеты, пацаны, приоритеты. Вначале так, Нострадамус, блин, руки себе хоть не порежь, блин. Получилось. Приоритеты же, понимаешь, это, ну, это фуранер, блин, плакал. Говорит, башмаки у меня там то все. Промой, смажь, замени. Пыльнички, херильнички, блин, полез там столько всяких пыльничков, столько других неприятностей. Пацаны, вам интересно, что там внутри? Если нет, то я прекращу съемки. Неинтересно, да? Ну ладно, выключаем камеру. Да шучу я, испугались, да, блин? Ёлки-пак, сейчас, блин, от Нострадамим, блин. Ёлки-палки, нафиг вы все это резали? Оно похоже, что так вот поднимается или что, блин, тут, смотри. Ой, буржуи, блин, дурят нашего брата. Мы тут как эти, блин. По картону, пацаны, у вас будет. Видишь, как запаковали, блин, в железной этой. Крутые пацаны в перчатках работают. Ну мы-то не крутые. У нас этих перчатков вообще никогда не было. Деды в галичках в лучшем случае. О, смотри, снимается железяка сверху. Опаля. А тут смотри, еще картонка. А тут, пацаны, тут прям как Рождество, прям подарочки. Ой-ой-ой, ой-ба. Смотри, глушак для мотоцикла есть, блин. Сюда пока кинем, смотри. Нихера себе! Не пожрешь, не подни. А у меня аж слюни полетели, блин. Тяжелое все, блин. Вот это нормально, не очень тяжело. Может... Пацаны, вам все видно хоть? Нихера вам не видно, да? Ну а что я сделаю? Что поделаешь, да? Блин, они как-то покойно, интересно, блин, тут такие тяжелые херовины скачут, прыгают, они тут могут все переломать, блин, тут серьезные эти какие-то. Тя, пацаны, блин, ну это я не знаю, не пожрамши. А, оно уже это все сломалось и развалилось. Ни хера себе, блин, такие тяжести чуть шокнули, что ли, блин. А. Блин. Я-то ладно, блин, медведей. Трехлетку одним ударом в лобешник отправляя любить социализм, но все равно, блин, такие тяжелые вещи, нахера, блин. А? Сейчас все достанем, пацаны, а потом, когда ничего не останется, потом вам покажем. Короче, эта фирма, они специально, они нашего брата дурят, блин, понимаешь, нах? Они вот так это как дарвинизму продолжают учение, значит, это. Выживают только те, у кого мозгов хватает, вот и икеевский вариант, так это, блин, железки собрать. Сейчас покажу. Это игрушки для взрослых, тут все не по-детски. Покупаешь и этот... Есть Лего, есть Икея, а это вот для четких пацанов. Железяки собирать.
Мотором ды, пацаны, это мотором ды. Сюда маслом ды и бензином ды. И шмыргалком ды дергаешь, и он заводится, и ты такой весь крутой ходишь. Дрынь-дрынь, дрынь-дрынь, и все на тебя смотрят. Ой, а где вы дрынь-дрынь взяли? А что это он дрынь-дрынь? Где? Ой, а можно? А, то-то, пятое-десятое. А ты весь такой крутой по-прежнему. Пинжак малиновый, цепочка золотая, мозги чекистские. И ходишь, и дрынь-дрынь, и дрынь-дрынь взад и вперед. Ну, надеемся, у нас этот момент когда-нибудь наступит. О, тетя Оля идет помогать. О, красота. Я уже все вытащил, самое тяжелое, тетя Оля. Смотри, сколько всего, сколько радости, смотри. Я говорю, Крисмас, прямо Крисмас. Это на твой день рождения прислали. Да, хороший подарок. Давай, собери все это, ну, это, наладь, и потом это, пригласишь меня. Ой-ой-ой. Смотри, муха не сидела, теперь будет сидеть, потому что сняли целлофан. Красота. Ну, теперь вот так мы такие... Говорю, понтовитые, поставим здесь на въезде прямо, чтобы все ахали, охали. Это... Угу. Ну, сколько ящиков. Ага. Картонами будем торговать. Так, ну вначале нужно сходить и яйца собрать. Куры там кричат, ужас. Да-да-да. А потом будем дальше разбирать. Оставайтесь с нами, пацаны. Так, Оля, героин мы убрали, да? Хорошо. Так, все, пацаны, мы это, значит, продолжаем анбоксинг теперь это. Ну, очень важные вещи, болтики, гаечки. Ну, думаем, вам же интересно, будем все открывать ящики и смотреть. То, что вам не надо смотреть, то я убрал уже. Чего вы будете зря душу травить? Так, это безобидный самогонный аппарат из нержавеющей стали такой. Ага. Сюда заливаешь воду просто сахаром, ну, брашка вы называете, да, и здесь регулируешь, и на выходе уже чистый продукт такой хороший. Но, ну, чтобы сейчас не только деды, знаете, счастливо жили, буржуи тоже когда-то счастливо жили. Сейчас-то они не могут жить счастливо, потому что мы впереди планеты всей, и мы их подмяли под себя. И теперь из-за санкций им совсем плохо живется. Ни хрена себе подарок, смотри. Блин, да я только ради этого бы купил. Смотри, очки защитные, пластмассовые, 20 копеек. И китайские. Перчаточки это, тоненькие для этих самых, для мужичков, у кого ручки маленькие, не загребущие совсем. Ну, елки-палки, чмыри. Че, блин, у меня тут карлики придут, что ли, пилить будут? Елки-палки, блин. Позорники, блин. Жмут немножко, а? Всю жизнь, блин. Все жмет. Ну, что здесь? О, смотри, блин, может, часик это самое с наушниками, с этими затычками. А потом что, дальше что, блин? Ёлки-палки, мне один пацан привез эту пачку. Много. Говорит, беруши тебе. Я, что такое беруши, говорит? Я так до сих пор не знаю, это или украинское, или русское слово. Ну, наверное, от слова береги уши или что? Ага. Беруши. Ну, я такое пирожное. Что здесь такое? А? Все так напряглись. Все. О, датчик, часы считает. Он от вибрации работает. Если себе на задницу приклеишь и пробежишь вот так по дорожке, он просчитает. Да-да, смотри. Видишь, hour meter, видишь? Один к десяти, короче. Это, ну, как на севере-то один к двум идет, а у нас один к десяти. Vibration activated. То есть, чем больше вибрируешь... При сексе вообще надо подальше держать, а то насчитает, блин, как советские бухгалтера, блин. Так, пацаны, последняя коробка из тех, которые вам еще можно смотреть. Ну, хорошо вообще, нормально эта система работает, знаешь. Угу. Так что, пацаны, если вам надо это из-за бугра откуда-то эти наркотики или алмазы, то просто это, с комплектующими трактора какого-нибудь или... Херни какой-нибудь сельхозтехники отправлять, и все, блин. Потому что таможенники бараны, они ни хера не понимают. Увидят железо, сразу паникуют. Отпечатки пальцев остались. Да? Чьи-то. Ну чьи это? С ковидом, блин, чьи-то. Братья китайцы, нафиг шлют и шлют. Ай-яй-яй. Что бы мы без них робылы? Так, пацаны, блин. Все красиво, все ништяк, но где инструкция, блин? О. Не будет инструкции, не будет кайфа, блин. Вот это да. О. Ну, машина, блин, пропеллер приделаем и вперед, и полетим. Может, здесь что-нибудь будет? А, вряд ли, блин. Повыкидываем все, повытаскиваем, потом посмотрим. Смотри,
до железяки. А инструментов, конечно, никаких не будет, сам говорят. Да. Сам шовнись, приобретай, что надо. Ну, главный инструмент у нас есть, как завещал Нострадамус, значит, с Конфуцием. Ну, смотри, який він красивый, блин, матри. Ой-ой-ой, матри, кикетка, все. Народ иногда жалуется, китайцы с бодуна проварили плохо, там протекает, да, там протекает. Еще. А что здесь будет? О, ну что будет? Чудесный напиток. Вассер будет, потому что этой херне вассер нужен, чтобы охлаждать полотно. Ага. Ну и смачивать немножко, чтобы оно это веселее. Белило. Ага. А некоторые алкоголь добавляют или стеклоочистительную жидкость, или мыло, которым посуду моешь, ложку так раз, это, и тогда, ну, смотря какие, если смолистые сорта дерева пили, что, чтобы смола не забивала, не налипала на полотне, на все, ага, тогда вот это. Мило. Ну, елки-палки, ну, что они так позорно пили? Правда, что ты то лучше можешь. Вообще, особенно алюминтий. Чугунтий еще не очень, алюминтий, блин, я бы варил, если бы. Так, ну ладушки, ну вроде все. Инструкции нету, короче. Вот так. Пойдем онлайн ее найдем. Распечатаем. Производителю фидбэк негативный оставим. Скажем, что ж ты падла не прислал нам. Да. А потом полезем в ящик и где-нибудь найдем. Да, конечно. Но да. Уже будет поздно. А вот маленький. Гол. Ну да. Это, видишь, это мотор, это другая самолет. Они покупают другой фирмы уже моторы. Ну, вон что. То есть они делают только лесопилки, а моторы не делают. Угу. Ну ладно, тетя Оля, спасибо тебе большое за помощь. Значит, пацаны очень рады, девчата тоже, особенно девчата. Пацаны-то им сейчас надоело уже, они не любят железяки, они свалят и все. А девчата, я уверен, они останутся с нами, они будут смотреть, как мы собираем эту чудо-машину. Да. Зеленую. Угу. И пожелайте ей хорошего плавания. Ну. Чтобы никакие русские эсминцы не атаковали и не сняли унитазы или что. Тут я вообще ничего не знаю, тетя Оля. Пока тут я не знаю, что за термос, но, конечно. Заначку держать, бутылку с водкой, что ли? Это вообще будет. Ух, блин! Тетя Оля всегда что-нибудь подсказывает. Но елки-палки, пацаны! Елки-палки. Вот в Германии говорят, это, знаете, этот человек без мозгов кто? Это вдовец, вдовец. Вот. Короче, пацаны, если вам нужны мозги, то найдите себе тетю Олю и поженитесь. Так. Ну, елки-палки, я бы никогда так не подумал. Ну, точно думал, это загашник так для бутылки тут, для рюмочки. Ага. А тут, оказывается, тугаменты! Ну... Вот теперь ну хорошо, читать. Теперь мы грамотные будем, начитанные. Плохо только то, что у нас, блин, это два вражеских лагеря в стране, блин. Французы и англосаксы. И все будет на двух языках, блин. Сегодня заезжал один из вражеского лагеря, француз. Очень приятный человек, мы с ним столько поболтали, заправился. На мотоцикле, на таком, знаете, это легкий такой мотоцикл, как Козлик. Я такие люблю. Я в молодости на таком ездил. Ага. Путешествует по стране. Ну, в Франции у нас на другом конце страны, он почти везде проехал. Сейчас хочет у нас на север съездить, по щебеночной дороге там где-то, где медведи гуляют. И потом туда на север проедет и очкует, что бензин совсем нет. Но у него такие маленькие запасные канистрочки есть в запасе, я его успокоил. Я тут маршрут ездил, там есть еще пару заправочек дохлых иногда, они даже бывают открыты. Ага, и потом он вернется, поедет в Британскую Колумбию, а потом хочет наверх, Юкон и северные территории. И там Нунавут, и туда-сюда съездить. Ну и боится, что сезон короткий, чтобы успеть. И был в восторге, в отпаде, такая природа, такая красота. Говорит, звонил жене, говорит, ты не можешь поверить, говорит, 10:30 солнышко село, говорит. Все светло еще кругом. Дома, говорит, уже темень, уже ночь, говорит. Я говорю, брат, переезжай сюда жить и все, блин. Только выучи английский, говорит. Я говорю, три языка выучил, блин. А ты, блин, один не можешь выучить, елки-палки. Ну вот так вот. А что будет про французов? А что инструкция будет на французском языке? Не бог с ним, да? Так, ну все, спасибо всем. Оставайтесь с нами.
Если будут затруднения, мы опять позовем тетю Борю. Она все найдет и все вычислит. Yes, yes. Вот вы, ребята, просили, чтобы я это держал вас в курсях. Ну, держу, короче. Вчера собирал весь день, а потом смотрю, это начали меня комары так сильно обижать. А оказывается, уже вечер, а вечером они активируются. Так, но ну, нужно очень-очень тщательно все это собирать, знаете, это, по инструкция очень хорошая, так, в принципе, но нужно все равно вдумчиво таращиться, так, с умным видом болтики, гаечки крутить. И если ручками все это крутить, пальчиками, ну, представляете, да, вот этих только там 12 штук надо там всю резьбу так это прогнать, прокрутить до конца так это. Ну, и это, поэтому пришлось механизировать, очень много времени потерял, чтобы подобрать всякие там фиговины, чтобы для электро, там, дрелей, там, типа, и все это. Ну, потом зато быстро так чик-чик. Ага. Ну и как всегда пролетаешь, конечно, немножко. Здесь я еще не соединил, все наживил, только наживил, наживулил, как говорили старики. А, в одном месте собрал так жестче и смотрю, это расстояние между нужно обязательно четко там это, ну, до миллиметра, знаете, потому что колесики здесь будут бегать. Ага. Народ, ну вот эти жалуются, то все стыки иногда выше, ниже, поэтому я вначале положил, убедился, что они одинаковые, потому что если бы не одинаковые, то можно было бы развернуть и, ну, железяку, понимаете, да, там поменять местами, то все. Ага. Ну, чтобы потом там ни грайндером, ничего не это самое, потому что любая пупырышка сказывается потом на... Ну, Федот, ну заглохни, ну что ты, блин, я тут с чуваками разговариваю, а ты, блин, ну тут мудрые вещи, блин, обсуждаем, елки-палки. Ага, ну там, чтоб напильниками, там, болгарками не херачить потом. Ну, сейчас мы это все сделаем. И пролетел я в том плане, там, ну мне так это в голову так я себе вдолбил, значит, машина будет стоять там, я оттуда весь красивый, иду туда заре навстречу, значит. Ну, чтобы все люди, кто заезжает во двор, видели, что я крутой перец, правильно, блин? Ну, они как чмо там, это раком там, это к ним задом, блин, а к избушке передом там толкаю, что-то пихаю, правильно? Ну, и так я думал, оттуда буду так пилякать и бревны оттуда так подавакать, потому что они там лежат, правильно? Ага. А вот эти стопора, значит, сюда такие стопоры, это чик-чик втыкаются, и с этой стороны я их поставил так, ну, чтобы, типа, бревно сюда пихнул так, и оно в стопора ударилось, и вот эту херню я тоже, это, которая это прижимает эти бревна, да, я тоже прикрутил это с этой стороны, так все это, ну, чтобы прижимать бревна сюда. А потом, блин, смотрю, а на машине это полотно будет вон тудой, тудой, все на восток хочет. Обычно все на запад рвут, а это дура на восток, ага. Ну и пришлось все это откручивать и переставлять. Стопоры должны быть здесь, пацаны. Со стопорами, конечно, отдельная история. Есть такие длинные, чтобы держать бревно. И каждый человек рано или поздно в них врезается, и полотну капец, и... Ну. И поэтому очень хитрые джигиты, такие как я, хотят выпиливать деревянные стопоры. Если их и пропилишь, то бог с ними, правильно? Ну, как-то так. Ну, будем, значит, дальше собирать. Ужасно медленный процесс, ужасно медленный. И это еще семечки, это просто, знаете, основу собрать. Ну, очень-очень важно ее собрать. Молодец, блин, молодец, держит ярче в чистоте, знаете, недавно этого, там, какого-то, ну, как хорька, не хорька, блин, захерачил, а вчера, смотрю, мышку, то есть, ага, ну, хорошо, это чисто все, это ничего нет, никаких вредителей, грызунов, ага, ну, очень-очень важно, чтобы все было ровно, если где-то что-то криво, блин, что-то где-то чуть-чуть, это все, блин, полотна летят, все ломается, нихера не пилит, то все, народ потом обижается, а виновата всегда не бобина, а, ну, как-то вот так, фу-фу-фу. Полевые цветы, букет.